Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы рассмотрим противогазную сумку, которую используют на данный момент в вооруженных силах Великобритании. Данная сумка изготовлена из кордуры. Она окрашена в камуфляжную расцветку MTP. Данная сумка имеет множество возможных систем крепления. Это как и традиционная система Молли, при помощи которой можно закрепить ее на снаряжении или на разгрузочном жилете. И обычная для противогазных сумок ременная система крепления, когда есть два пластиковых ушка и ремень на пластиковых карабинах. Таким образом, сумку можно носить через плечо. Интересным моментом сумки является вот такая вот пластиковая панель. Она вставляется внутрь, и на эту панель одевается противогаз. Это нужно для того, чтобы резина противогаза не слеживалась и не трескалась или деформировалась от долгого хранения. Сбоку при помощи системы Молли на сумку нашиты подсумки для различных противохимических, противорадиационных средств. Внутри сумка имеет два боковых отделения, также для различных противохимических средств, и одно большое отделение для противогаза. Также в комплекте идет шнурок для закрепления сумки на бедре. Закрывается сумка при помощи липучки и дополнительных кнопок. При необходимости есть система быстрого открывания. Пластиковая ставка крепится при помощи металлических кнопок. Данная сумка, хоть и очень специфичная, но подойдет для любителей реконструкции и игры в страйкбол, особенно те, кто занимается моделированием вооруженных сил Великобритании.